встретиться с вами. Только шапка. Избирком Колымы и МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве. Каждый гражданин России имеет право проголосовать на выборах. Даже если человек находится в отпуске или командировке, то есть в регионе, где у него нет прописки. Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление о выборе избирательного участка. И здесь на помощь приходит многофункциональный центр. Он имеет возможность выбрать любой избирательный участок на территории страны, включая и Магаданскую область. И мы традиционно используем 4 основных канала, по которым такие заявления поступают к нам. Мы избирателя включаем в список избирателей, и он исключается у себя на родине, на Малой. Это какие каналы у нас? Единый портал государственных услуг, территориальные избирательные комиссии и, безусловно, многофункциональные центры. Подать заявление можно будет со 2 августа по 10 сентября. Прием в центре проходит только по предварительной записи. Обратиться нужно в колл-центр или подать заявление через сайт. Выбрать удобное время для визита. Так почему же заключили договор именно с МФЦ? Уже традиционно сложилось, что МФЦ самая удачная точка приема. Во-первых, это связано с режимом работы. Ни один орган власти не работает в таком режиме, как мы работаем. Соответственно, это удобство для граждан. С избирательной комиссией, как вот Николай Николаевич говорил, мы сотрудничаем очень давно. Процесс нам понятен, налажен, отработан. И такая возможность у нас, такая возможность организована не только в Магадане, но и на территории наших структурных подразделений, на территории области.